Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Всем привет, с вами, как всегда, я Дезертир, и я готов представить вам третью часть, в которой я буду проходить кампанию Hampton Roads. Возможно, она покажется вам маленькой, но такая уж и есть. Я тут ни при чем, решил проходить по миссиям, потому что мало ли кому-то захочется пройти именно какую-то определенную миссию. Ну что ж, начнем с Hampton Roads. Это моя любимая миссия в этой игре. Наверное, любимая. Hampton Roads — еще одна ключевая цель. Захватив этот порт, братство перерезало наши пути снабжения и наладило собственные. Ваша задача — проникнуть на базу, отключить радар и уничтожить войска НОД. В ваше распоряжение поступает лучший спецназовец. Ну что, сейчас вы поймете, почему она моя любимая. Итак, Hampton Roads. Порт Hampton Roads является одной из крупнейших перевалочных баз НОД в этом регионе. Прикажите команде проникнуть на территорию этого порта и уничтожить научный центр, необходимый для работы радара. Затем выведите из строя базу бомбардировщиков, расположенную неподалеку. Как только авиация НОД будет нейтрализована, корабли смогут подойти к берегу и открыть огонь по целям, указанным снайпером. Итак, все начинается с этого легендарного спецназовца ГСБ. Данные обновлены. Поступило сообщение. Уничтожив научный центр НОД, мы лишим их возможности вызова подкреплений. Этот малыш может уничтожить кого угодно и что угодно за считанные секунды. О, да. Не правда ли это круто? Вы только посмотрите, как он всех убивает. Так, стоп, почему я его... Эй! В чем проблема? По какой-то непонятной причине я потерял над ним контроль. Непонятно по какой причине, но сейчас я его повесил. Я могу это перепрыгнуть. Весомый орган. Задание выполнено. Новые области доступны. Обнаружен противник. Объект атакует. Мы не можем подойти ближе. Нас атакуют бомбардировщики. Поступило сообщение. Авиация НОД мешает нам нанести удар с моря. Уничтожьте ангар, чтобы не беспокоили с воздуха. Спорь в этих контейнерах припасы. Тем временем мы продолжаем продвигаться. Данные обновлены. Ага. И желательно делать это уже там. Быстро. Сидеть. Я знаю, как надо. Я быстро. Как можно быстрее продвигаемся дальше и дальше. Уже там. Понял. У меня для В идеале стараемся взрывать все здания сами. Весомый аргумент. А вот и прыгаем прям под них, например, убью и просто взрываем. За это мы получаем дополнительные Верно. Очки у нашего весельчака. Не Ни в коем случае не подпускайте к себе бомберменов. Они очень опасны. Ну, Иду. Примерно по этой причине. Ну ладно. Верно. Старайтесь уничтожать всех здесь сами. Всех, абсолютно всех сами. Побыстрее. Также важный момент. Как только вы увидите огнеметчиков, ни в коем случае не садитесь в здание. Итак, нам показывают наши основные цели. Собственно, мы их видим. Я видим знаю, там. Как надо. Понял. Ми-ми-ми БТР. Обновлены. Который Верно. Нам придется уничтожить. Он не жалеет. Так, сначала убиваем пехоту. И попробуем убить Понял. Сразу два мотоцикла. Уже там. Я знаю, как надо. Уже там. Этот мой. Делается это примерно вот так. Я знаю, как надо. Врагу Надо крышка. Было, правда, чуть-чуть зайти еще за... подальше назад, но... Ну ладно. Хотя, в принципе, знаете, я могу просто прыгнуть вот сюда и получить ранг, и не париться по этому поводу. Высь. Повышение. Отлично. Сейчас на нас выдвигаются огнеметчики. Как только вы увидите вот этих огнеметчиков, запомните, повторю еще раз, никогда не сажайте свою пехоту в здание. Вы этим ее убьете. Ну а наш спецназовец вполне с этим всем делом разбирается. Бегом марш!
Пока, прощай. Итак, постреляем, а? Пробуем убивать следующих. Перемещаемся, прыгаем прямо по технику, чтобы они не успели ничего сделать. Закладываем бомбу и взрываем все это дело. Презент не желаете? Отлично. Хорошо. Всех убили, всех взорвали. Всем по шее надавали. Ну и что, будем отыгрывать нашего спецназовца. У нас идет война, и мы должны решить их снабжение. Чтобы сделать этого, мы должны решить их электричество и виспена. Что-то я опять Старкрафтом заигрался. Мы должны решить всех добытых кристаллов. Соответственно, мы взрываем базу и взрываем электропитание. Ну, пора за работу. Получается, у нас это отличнейшим образом, и в принципе я не обязан пользоваться ничем, кроме этого спецназовца. Хотя вот здесь у нас установлены, скажем так, войска, которые высадили, и по идее мы должны были убивать их. А точнее использовать артиллерийский удар. Но вполне все можно сделать и спецназовцем. Всем спасибо, с вами был, как всегда, Дезертир. На этом миссия закончена, я вам показал все, что мог в ней. Всем пока, всем спасибо.